сегодня, как видите, уже можно, по моему лицу, результатом я доволен, мы выиграли. У нас так интересно, через игру идет поражение, победа, поражение, точнее наоборот, началась победа. Вот. Ну, игра сегодня друзья играли, да, между собой в двух командах, да, вот за счет чего вы победили? Кстати, мешает это то, что когда друзья играют в двух командах? Да, как-то, не знаю, как это сказать, наверное, как-то играю. Ну, в целом, да. Какие впечатления от игры, за счет чего победили? Наверное, больше сыгранность, потому что Альфа — команда, насколько я знаю, новая. Все ребята, но они с каждым разом набирают лучшую форму. У нас, наверное, за счет сыгранности, может, опытности уже знаем, кто, ну, свои силы, кто когда, кому когда сесть, выйти вот так, может. Ну и еще вратарь. Вот сегодня я прям, у нас вратарь был лучший, можно сказать, бомбардир. Если отбитые, ну, такие верняки отбитые, заголы считать. Вот и так.